Сегодня депутат Государственной Думы Виталий Лихачев посетил городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» Красноармейского района Волгограда. Во время визита он оценил условия отдыха и оздоровления детей, в том числе 21 ребенка из Донецкой и Луганской народных республик, ознакомился с меню и организацией воспитательной работы в лагере, проверил условия проживания. Построенные более полувека назад спальные 5 и 6 корпуса капитально отремонтировали в 2021 году. Рабочие застеклили веранды, заменили электросети, установили современную автоматическую противопожарную систему и систему оповещения при ЧС. Спальные помещения перепланировали, создали единую систему вентилирования и кондиционирования. Территория лагеря адаптирована для маломобильных групп населения. В оздоровительном учреждении устанавливают новую мебель и игровое оборудование. Прилегающую территорию благоустраивают. Результатом визита Виталия Лихачева стали договоренности о создании долгосрочной программы развития «Орленка». Старейший детский лагерь Волгоградской области – настоящий хранитель традиций летнего отдыха. На протяжении нескольких последних лет «Орленок» в Красноармейском районе Волгограда постоянно преображается. Только в ходе летней оздоровительной кампании 2021 года в нем отдохнули свыше 2000 юных жителей региона. В прошлом году в двух спальных корпусах лагеря заменили крыши, в каждой комнате установили сплит-системы, на этажах обновили санузлы и душевые кабины. 240 детей смогут отдохнуть в корпусах повышенной комфортности. На территории лагеря появилось много новых пространств для образовательной и спортивной деятельности. На базе учреждения регулярно проводятся различные форумы, спортивные и культурные мероприятия. В этом году весенние смены в «Орленке» уже посетили сотни волгоградцев и юных жителей региона, а также более 20 детей из Донецкой и Луганской народных республик. Всего в 2022 году «Орленок» планирует принять на отдых и оздоровление более 3000 детей.